Друзья, всем привет! В общем, машина Hyundai Accent появилась вот такая вот проблема. Сейчас заведу. Чек потух. Просканировал, ошибок никаких, но горят две вот эти лампочки в пол накала. Вот поднимаю ручник, лампочка загорается. Ярко, да? Подниму обороты до 3000, да? Они притухают. При этом в сети 11 с лишним вольт в бортовой, что есть нехорошо. В общем, снимаю генератор и смотрим, что с ним могло пойти не так. Скачал первое попавшееся приложение. По крайней мере, здесь показывается напряжение в сети. Сейчас показывает 11,7 вольт. Сейчас заведу машину, посмотрим. Вот оно просело и напряжение 11,3 вольта. Не знаю, идет, наверное, переподключение. В общем, как-то так, мужики. Итак, мужики, генератор снял. Написано Valio, не знаю. В общем, откручиваем. Раз, два и три. Ну, одна гайка, два болта. И снимаем вот эту пластмассу. Так, крышку сняли. Теперь откручиваем. Раз болт, два болт. Паяльник уже разогрет. Такой более-менее хороший, мощный. И отпаиваем раз клемма и два клемма. И снимаем реле регулятор. Здесь находятся щетки. Реле выпаял. Какое-то оно здесь совсем печальное. Плюс щетки уже стерлись до безобразия. Можно, конечно, было щетки поменять, но поменяю полностью. Вот. Плюс. Видно, да? Прекрасно. Как сожрала одну дорожку. Поэтому вот эти дорожки под замену тоже. Снял, значит, эти кольца. Тут они отпаиваются. Тут пометил, где какое. Припаяно нижнее было. С этой стороны. Вот так это все дело выглядит. Я думаю, видно, да? Нижняя дорожка вообще схаванная. Да не могу. Вот такие бывают поломки. Вот. Ну и заодно, пока удобно, пока все разобрано, заменю подшипники. Подшипник большой еще ничего, а маленький уже аж даже подкусывает. Вот. Отпаял диодный мост, все это раскручивается. Никаких проблем вообще с этим нет. Все, поехал я за подшипниками и за вот такой вот запчастюлиной. Итак, купил подшипники 202, 303, новенькие. Взял новенькие дорожки. Все, теперь сейчас все это дело аккуратненько поставим, впаяем. Вот, запрессуем аккуратно. И будем собирать. Подшипник установил, шкив закрутил.
Вот при помощи гайковерта забил, конечно, гаечку хорошо. Все, сейчас ставлю на место вот эту крышечку. Вот как она должна быть, аккуратно скручиваю и припаиваю, мужики, заново диодный мост. Здесь все пропаялось, поставил вот как нижняя, вот на эту сторону, где она была, так на место и поставил. Все это продается. Вот взамен вот этой неисправной впаял диодный мост вот так вот жирненько, не жалея олова, точнее припоя, да. Вот и сейчас ставлю реле регулятор вот таким вот образом, мужики. Сейчас его залужу, тоже прикручу, а потом впаяю. Эта проволочка отпускает потом щетки, так достаю, и щетки потом прижимаются. Ну вот и все, теперь это можно достать. Ну вот, генератор полностью собран, мужики. Цена вопроса ремонта мне обошлась 1250. Это реле регулятор, хотя можно было купить щетки, если оно нормальное, да. Но я решил поменять и перепаять щетки. Никаких проблем. Ну, решил заменить. Щетки стоят 100 рублей, я узнавал. Сами дорожки 500 рублей. Подшипник 202 600 рублей. И 303 700 рублей. Вот и считайте, сколько обошелся ремонт генератора. Все, давайте поставлю и заведем, посмотрим, помогло или нет. Итак, друзья, генератор установлен. Пробуем запустить. Руки грязные, но ничего. Нейтралочка. Все. Все отлично. Проверяем. Ручничок. Сейчас проверю напряжение через АБД. На этом, пожалуй, можно видос закончить. Вот такой вот, не сказать, что сложный, но неприятный ремонт генератора у меня получился. 14 вольт напряжение на холостых оборотах. Дадим газу. Я считаю, мужики, отлично. На этом все. Всем удачи. Всем пока.